Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, и вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо», рубрику «Библиотека боевых искусств». И в сегодняшнем нашем выпуске мы познакомим вас с научным, с учебным пособием, которое выпущено в 2005 году, в Белоруссии, в городе Минске. Это учебное пособие называется «Спортивные единоборства». Эта книга в моей библиотеке уже достаточно давно. Она появилась у меня, когда я был приглашен в гости к автору этой книги в Минск. Мы с ним уже много-много лет дружим и обмениваемся информацией в области боевых искусств. Поэтому я не уверен, продается ли она в России, но, по крайней мере, я думаю, что можно и поискать ее в интернет. И, на мой взгляд, эта книга может быть также приобретена и иметь место в библиотеке боевых искусств у тренеров, преподавателей и тех, кто изучает боевые искусства, различные стили и направления. Итак, эта книга «Спортивные единоборства» написана группой авторов под общей редакцией кандидата педагогических наук, доцента Белорусского университета физической культуры Рукавицына Дениса Борисовича. В этом учебном пособии представлены основные аспекты дисциплины «Спортивные единоборства», от истории возникновения до способов управления процессом подготовки. Даны основы технико-тактических действий, широко представлен раздел самообороны средствами спортивных единоборств. Учебное пособие содержит более 160 рисунков и предназначено для преподавателей и студентов вузов, изучающих дисциплину спортивные единоборства. Да, на самом деле книга не такая объемная, здесь порядка 150 страниц, но она имеет достаточно много рисунков. Многие из них нам знакомы по другим литературным источникам, но я думаю, что всегда полезно, просмотрев, имея такую книгу, просмотрев, найти что-то интересное для себя. Всегда есть какие-то нюансы, и каждый автор какие-то свои мысли вкладывает в свое творчество. Поэтому эта книга будет полезна. Ну, я немножко прочитаю о содержании этого научного пособия. Итак. Здесь есть 10 глав, исторические сведения о возникновении и развитии спортивных единоборств, характеристики и отличительные особенности видов спортивных единоборств и так далее. В принципе, я в описании к этому видео напишу эти главы, чтобы было вам более понятно. И еще раз хочу сказать, это учебное пособие «Спортивные единоборства», написанное и изданное в Минске в 2005 году группой авторов под редакцией доцента, кандидата педагогических наук Дениса Борисовича Рукавицына. Рекомендую.